Сегодня с журналистами встретился новый прокурор Волжского Владислав Савенко. Вступил в эту должность с 25 октября. Сейчас руководитель надзорного ведомства тесно знакомится с социально-экономической ситуацией в городе и уже определил для себя основные направления в деятельности местной прокуратуры. Со своими наработками Владислав Савенко поделился с представителями СМИ. В их числе была и Елена Лыкова. Владислав Савенко прибыл в Волжский из Красноярского края. Там он возглавлял прокуратуру города Сосновоборска с населением 35 тысяч человек. Теперь, признается новый руководитель надзорного ведомства, масштаб больше, а значит и объемы работы солиднее. Правда, задачи, стоящие перед прокуратурой, одинаковы и для маленького сибирского городка, и для второго по численности муниципалитета Волгоградской области. Так, в числе приоритетных вопросов, по словам Владислава Савенко, останется контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Но вопросы ЖКХ. Это будет, будет уделяться самое пристальное внимание. И первоочередное для меня это то, чтобы в каждом доме, в каждой квартире было тепло, вода, свет. И не просто было, а чтобы это тепло соответствовало тем нормативам, которые у нас утверждены. Также новый прокурор Волжского намерен заняться проблемами в сфере градостроительства, в том числе точечной застройкой и долгостроями. Особое внимание обратить на вопросы экологии и расходования бюджетных средств. И, конечно, держать на контроле ситуацию по заработной плате на предприятиях города. Кроме печально известного «Волжского бисквита», по словам Савенко, есть проблемы с невыплатой жалования и на других производствах города. Каждый из них, заверил руководитель ведомства, попадет в поле зрения прокуратуры. И будем добиваться, чтобы каждый работник, то, что он заработал, он получил. И не только, да, там, получив судебное решение, успокоившись, будем потом отслеживать, как и судебными приставами исполняются эти судебные решения. Убеждаться, что заработал человек, он эту зарплату получил. Как подчеркнул в беседе Владислав Савенко, прокуратура Волжского будет максимально открыта для рядовых жителей. В ведомстве даже планируют возобновить работу общественной приемной. Тесное взаимодействие обещано и со средствами массовой информации. Что касается впечатлений от Волжского, то они у нового прокурора самые положительные. Особенно порадовала советника юстиции наша теплая осень. По признанию Владислава Савенко, она очень отличается от сибирской. Елена Лыкова, Олег Журавский, телекомпания «Ахтуба».